Я начал запись. Все привет. Продолжение на пиво. Ты первый, не нахуй. Make sure to keep map flashlight to the console, не нафиг нафиг. Ты же нас все знаешь. Что сделаете? Важно, сделайте флешлайт прописать. Тут выход. Типа фонарики отключить, что ли? Да. Давай. Ребят, давайте отключим. Сюда, 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 давайте сюда. Отключим. Да, да, за студом, за студом идем. Пойдем, идем, идем, идем. Столочка, духа. Крафтонит, отключи фонарик. Да я отключил. Я отключил. Тут крафтонита. Да, что за что случилось? Что случился здесь? Да-да. Тихо, мне страшно. За мной, кроме студа. Че на стене написано? Pull it. Нажмите это. The lantern. This lantern will be your only source of light for most of the game. Never throw it. Это что? Лампа. И зачем она мне? Лампа. Знаете, что мне это напоминает? Это как она? Амнезия, да? The Dark Descent. Стало тише. Света. Свет потух везде. Да, я и говорю. Иди первый. Хотите? Пойдем. На, забери свою лампу. Я пойду первый. Да какой первый? Уйди, уйди, ты пойди. Уйди. Тихо. У меня единственный источник света, так что тихо. У меня фонарик. Честно. Ладно, ладно. Но это в натуре напоминает амнезию. Ой, ё. Фу. Блин. Назад идем. Тихо. Тихо, я за студом в упор. Тихо. Нам не страшно. Откройте дверь кто-нибудь. Не открывай. Не страшно. Окей. И это не открывается. Ключ. Ключ. Рэй, подождите, Рэй и что-то там еще. Тут проход, народ, тут проход какой-то. А вы где? А вы где? Мы же оттуда вроде пришли. Мы отсюда пришли. Ход, проход. Вот, смотри, тут какой-то проход был. Только понял. Где? Вот этот что ли? Вот этот? Yes. Нет, другой какой-то, блин. Что-то я видел, блин. Вот этот вот проход, да? Вот этот. Выруби фонарь. А, да, я это, электрик. Это. Отсюда мы пришли. Отсюда мы пришли. Смотрим. Блин, мне страшно без фонарика. Да ладно, нормально. А, слушайте, слушайте, возьмите отсюда кто-нибудь канистру там или что-нибудь. Может, что-нибудь бабахнем? Аккуратнее. Аккуратнее. Окей, фонарь у меня. Я тоже с фонариком побегаю, мне страшно. Может, на это взорвем? Куда вы пошли? Мы обратно, откуда взяли лампу. Картонит, ну двигайся ты, ё. Меня лагает. Из-за лампы. Это не из-за лампы, это пинг высокий. У меня пинг 5 при этом лагает. Ладно, окей. Получается так, что я бьюсь об лампу и лаги. Зверские. Можете снять две просто нас. Лампы чё, никто не берет. Да ты возьми. Сниму я грязнка, мне надоело. Давай снимай. Какого фига вы с фонарем бегите, я чё-то не понял. Тихо. Еще лучше. Ах вы! Лампу оставь себе. Лестница СП продолжение, блин. А, подожди, подожди. I'm 50... Да блин, я не прочитал. I'm 50 happy. За 100! Да ей ты же не я. I'm 50. Колонал только эти. Он сейчас. Он сейчас. Ну и Хэнси. Там написано I'm 50 happy. Йоп! Тёр. Еще и этому испугались. Офигеть, не встать. I know you are here. Я знаю, что ты тут знаешь. Да, я знаю, что ты здесь. За решеткой можешь? Да блин! Что? Господи. Say hi to... Кто? О! Привет, Олаф. Привет, Олаф. Хай, Олаф. Да нас даже не стало. Тихо. Даже чё-то... New protection must be... Вы где вообще?
А то есть защита тут нужна. Какая защита тут нужна? Лампа. Помните этот костюм в начале? О, господи. Что сейчас было, блин, я хотел. Это я скилл переместил, и скилл снял. О, господи, слева картина. Там картина страшная. Картанит, ты мимо сразу картины пробежал. Ух ё, вот это звуки. Воу, воу, воу. Блин, я назад. Блин. Ну вас нафиг. Ой, Коли, смотрите, Коли из стены вылезли. Идем, студент. Коли. Мы с тобой. Люди, я сам в конце, не оставляйте меня. Ух ты. Смотрите. Чего? Электрофрэш. Это что за Doom 3, блин? Ну, Doom 3. Блин, в Doom 3 так страшно не было. Ладно, в Doom 3, если играешь один. Пойдем. А тут вчетвером мы все боятся. Стой, подожди, no smoke, динамит. Не курить. Я что-то взял. Понятно, почему не курить. Назад. Куда назад? Я хочу посмотреть, что он там взял. Выход идем, наверное, туда. После динамит взял? Две с выходом, наверное, влагли тут в стену. Динамит этот взорвать. Мне кажется, к выходу назад идти. Может быть, пойдем. Может, выходу. Не оставляйте меня. Черт! Черт это было? Что случилось? Меня что-то напугало. Какая-то тень была. Меня в первую очередь напугало. О, нет. Я один ничего не заметил. What the fuck, да? Ты один. А где я? Чёрт, ты где? Погодите. Так, надо идти обратно, я так вот понимаю. Вот это рожа. Да. С продырявленным носом. Чуть не сыкотно. Так. Кто-то там тоже ругается. Не у меня у одного проблема. Может фонарь возьмем, а? Нет, у меня не ругается никто. А что это такое? Может фонарь возьмем, а обратно пойдем? То есть это как его? Закройте, закройте, это как бы туда нельзя, это там граница карты. А куда тогда? Куда тогда? Значит, обратно идем. Свет включился. Да кто опять дверь-то выпилил? Не трогайте дверь вообще. Мы что, заново начали? Я говорю, да. Надо лампу взять и. Лампу взять, короче, вытащите вот эту вот дверь. Какую? Вот эту вот. Не, да не. Вот эту вот, где написано «Эй». А, я в дверь зазрял. Сузно, что, удачно через дверь переместился? Нет. Спасибо, электрик, ты меня спас. А, идем. Кстати, если что, все на карте все на карте запустилось заново, так что лампу надо взять заново, свет и здесь заново отрубится. Давай, отрубай. Уже. Да. Все, тащите лампу, короче. Лампу тащи, электрик. В руках. В руках, а не играй пушкой. Окей. Так, теперь мы идем вот сюда, да. Я думаю, с лампой надо идти, и почему-то меня что-то не пропускает. Электрик тоже пройти не может. Да, я тоже не могу. Надо найти ключ. А, все, прошли. Сань, где ключ? Возьмите кто-нибудь лампу, я не хочу его трогать. Я не хочу. Я тоже не хочу. У меня немного подлагивает. Хотя ладно. А я с лампой не могу пройти. Это мы обратно вышли, нам туда надо, блин. Ну, вот я дверь вынул. Мне играем пушку. Слушай, тут кирпичей навалили, ё-моё. Я играю пушку нашел, в общем. Все, выходи. Слышь? Скиллс. А, что? Я играю пушку сейчас нашел. Лампа не вы... Смотри, лампа. А вы смотрите, кстати, мы лампу вынести отсюда не можем. Посмотрите. Что за... Ну тебя нафиг. Вот-вот. Электрик, мы здесь с тобой вдвоем. Чё тут? Пойдем. Мы сюда же нафиг. Колем надо. Ну нафиг. Да опять тот самый. Скинул, все хорошо. Спасибо. Блин, что это был я? Как всегда, мне страшно. Ты не один, мы сзади.
Пойдем. Мне надо сейчас модульку сменить, а то я всех пугаю. Суд. Откуда то, что ты все ловушки проверяешь? Понятно, мусы пятна. Да. Что за звуки пошли? Шопот. I coming for you, сказал. Че это? Че это означает? Я плохо... с тобой. О, фак. Я взял динамит. А как его использовать? О, господи, зачем я пошел вперед? Так, что с динамитом-то делать? Его, взорви. Блин, не курить. Там главное было написано, не курить, не кури динамит ни за что в жизни. Накрывает. Напомню. Блин, что с динамитом что делать? Пока что это самая интересная карта. Ай, я застрял. I'm coming for you. Coming for you. Fuck you, мне страшно. I'm scared. I'm coming for you. Да что это? Что это сейчас было? Да глюки у вас, ребят. Да ты чё, у меня сейчас в общем... У меня знаешь сколько сейчас хп отнялось? 70. Да ты на ящик наступил, он взорвался и, короче, ядерная реакция пошла, все, каскадный резонанс, да? Но разрыв шаблона, все дела. Вот так надо. Под лестницей ничего нет. Не, а кстати, лампу-то оттуда мы не вытащили. Она не вылазит. Ну все, можно заканчивать этот. Вылезла. Да, лампа вылезла, может ее туда отнести. А может лампу кинуть динамиту, может тогда там что-нибудь будет, они бабахнут. Давайте пойдем. Дырочку, да. А динамит-то вы это вытащили. Где ты его взял? Лампа, смотрите, лампа опять не проходит. Ну тут типа дверь была. И открылась, ее просто вынесли, и поэтому так. Электрик, это в руках лампу вынеси сюда. Вообще никак. Люди, лампа не хочет уходить. Вы что тут творите? Есть! Ай! Ай! Ай, мне кажется, сюда может. Вот так. Где чекпоинт? Зачем сюда лампа? Поставить ну возможно, твой. Кстати, да. Скорее всего... А, может... Подожди. Ну-ка. Чё? Get the sun, сюда динамит надо поставить? А может и динамит? Где лампу? А может и лампу? Динамит ставится. Где? Короче, хлебнее, я ухожу. Все, за судом, ребят. Не надоел. А где он? Мы нажали кнопочку V и переместились через колье. Тут тупик. Тут жди меня. Ладно, не жди меня. Че-то я очкую. Я что-то вообще не помню куда. Погодите. Я зашел в ту комнату, где дырка. И там опять какие-то звуки, мне кажется, это странно. Значит, тут что-то надо. Может, туда кинуть надо это, лампу? Возможно. Да, возможно. Я и говорю, туда кинуть лампу. Бегите обратно за лампой. Я здесь стою. Блин, где я летаю, нахер? Электрик, постой со мной, сейчас. Пожалуйста. Сейчас, я бегу за лампой. Погодите. Сейчас принесу. Хуя, короче, ящика выгонил. Суд, ты его напугать хочешь? Все. Лампа у меня, я иду. Давай. Кидай туда нахрен. Бу. Выключите фонари. Выключите фонари. Все, вот сейчас для прикола. О, как классно. Амбалом. Вот стена. Пойдемте тогда в другую комнату.
Я, короче, наверное, полетаю в текстурах, мне интересно, куда ты. А я включаю фонарик. Так. Чё, долетался? Застрял? Да вот не. Электрик все пытается лампу запихнуть в дырку. Это звучит грубо. Да иди ты нафиг. Ну, короче, мне надоедает уже. Да. Hell is going on here. Стоп, ты куда полетел? Да, я с тобой полетаю. Вау! Гоу-гоу-гоу! У меня FPS падает. У меня такое чувство, что мы все уже обошли, что можно. У меня что-то тоже. О, господи. Хотя не, я куда-то улетел. Тут. Знаешь, в чем прикол? Че? А, стоп. А почему обратно, мы обратно вернулись? Чё-то? Знаете, мне кажется, пора заканчивать. Я тоже думаю. Идите в ту комнату, где дырка в стене, я тут кое-что нашел. Давай. Что ты там нашел? Фонари идите. Фонари. Главное, чтобы не новый скример. Да, скример. Что ты там нашел? Комната с дыркой, я в ней. Суд тоже. И что ты собрался сделать? Здесь там что-то внутри сейчас находилось. Нет, не видел. Ничего себе комната. Вон опять, смотрите. Я не вижу. Народ, вот это комната. Народ, вот это... Там студенты, если что, находятся. Ты это не... не пугай. А кто создал Expense? Повеселиться. О, блин. О, много, Алекс, много. Вот с этой лампой, вот эти картины еще страшнее становятся. Ё-моё, народ. Люди. Что? У меня дисконнект. А не, нормально. У меня тоже. Дисконнект, потому что у меня все зависло, нафиг, потому что тот создал слишком много Алекс Вэнс. Яд. В общем, на этом мы и закончим. С вами был Стил, студент Саня Электрик и Крафтонит. Всем пока. Пока.